Здравствуйте, это программа «Модная линия», которая находится на официальном открытии нового салона «Палаццо» в Ростове-на-Дону. Это официальное открытие, тем не менее, на диванах марки «Натуцци» чувствуешь себя совершенно неофициально, совершенно свободно. Королевское мягкое место. Это сочетание лучше всего передает восторг, который вы испытаете в «Палаццо». Не ленточку, но кожаный шнурок концептуально перерезал директор Сергей Белоцерковец. Сегодня день, который мы уже ждали долго, наверное, столько, сколько ждут и рождения ребенка. И это связано с появлением в Ростове отдельного салона, именно салона мягкой мебели «Натуцци». «Натуцци» ведет свою историю с 1959 года, когда Паскуале Натуцци и друзья открыли маленькую мастерскую по производству и продаже диванов и кресел. Теперь «Натуцци» – это целая мебельная империя. Она состоит из 15 фабрик на территории Италии, Китая, Бразилии и Румынии с годовым оборотом более 960 миллионов евро. С сегодняшнего дня мы представляем торговый бренд «Натуцци» практически в полном составе. То есть мы представляем несколько коллекций: Паскуале Натуцци, Толстофа, Спанези. К сожалению, это малая часть того, что вообще делает Натуцци для всего мира и для России. Превосходный дизайн и комфорт модели Натуцци – это результат 40-летнего опыта. Ежегодно создается свыше 6000 эскизов диванов, кресел и аксессуаров. Но только одна из предложенных коллекций получает персональное одобрение Паскуале Натуцци. Можно уже сейчас прийти, попробовать, ощутить комфорт, который именно как бы отличает эту мебель от всего остального. Теперь мебель «Натуцци» представлена в мебельном салоне «Палаццо». Это в Ростове, на улице Горького, 291. «Натуцци» сделает все, чтобы вы жили именно так, как того хотите вы. Мы ожидаем и рады приветствовать, принять у себя в нашем доме уютно всех, кто пожелает увидеть и прочувствовать, что такое мебель, мягкая мебель «Натуцци». В системе «Палаццо» разработана выгодная система кредитования. Теперь диваны от итальянских производителей станут намного доступнее. Ну а мы отправляемся к французским производителям красоты. Жак де Санж в Ростове-на-Дону. Уже 15 лет Жак де Санж – официальный стилист Каннского кинофестиваля. Звезды мирового кино и шоу-бизнеса, верноподданные его империи. Теперь империя наносит красивый удар по городу Ростову-на-Дону. По этому поводу у нас здесь высадился небольшой французский десант. Удар предваряла арт-подготовка в виде презентации. Ее провели директор московского салона Жака де Санжа Мария Кашевая и уполномоченный империи французский стилист Стефан Шоазела. После открытия его первого салона, безусловно, у него стали появляться мысли по поводу открытия второго, третьего и четвертого и так далее салонов непосредственно в Париже. Именно Жак де Санж придумал термобигуди, милирование и технику стрижки, которая идеально подошла Шерон Стоун, почти как у этой журналистки. Такой новатор, такие способы были моментально приняты во всем мире, особенно среди звезд. И сразу он завоевал большую клиентуру. Очень много стало у него и американских звезд, и французских. И одна из самых первых и постоянных его клиентов – это Джейн Фонда. Показ причесок проиллюстрировал философию красоты салонов Жака де Санжа. Она в естественности. Один из его учеников, это был английский мастер Видал Сасун, который впоследствии открыл сеть своих салонов, но вначале он работал как ученик господина де Санжа. Главное – использовать то, что конспективно наметила природа. Каждая женщина прекрасна. Необходим лишь внимательный взгляд. Важно, чтобы была на самом деле гармония, и гармонировали, даже есть материалы, специальные технические материалы, которые должны между собой гармонировать цвета, цветовая гамма, общий имидж. Скоро бренд Жака де Санжа начнет покорение Ростова. Модная линия, очень модная. От красоты волос ко всему остальному. В Ростове открывается магазин, название которого состоит из двух букв, замечательных – ЛО, ЛО.
На букву «Л» начинаются самые приятные, ласковые слова. Ласка, любовь, а главное, фирма «Ло». Прошло 4 месяца со дня открытия магазина женской одежды «Ло», и мы снова отправились на Большую Садовую, 91. Радует увеличение ассортимента товара и разнообразие его. Вежливость продавцов и новое торговое оборудование. Это совершенно иная одежда, которую вы привыкли видеть. Это что-то свободное, это то, что нравится, это то, что приятно носить, это то, что выражает личное твое, в общем, внутренний весь твой мир. Наша одежда именно предназначена для того, чтобы отражать многие внутренние какие-то моменты человеческие. И я думаю, что эта новая коллекция, она должна понравиться людям. Покупатели за такой короткий срок узнали и успели полюбить небольшой уютный магазин в центре Ростова. Постоянное увеличение продаж говорит о том, что верно выбрана тактика и форма торговли. Магазин «Ло» прочно занял свое место на рынке модной и стильной одежды. Когда я одеваю эту одежду, я как бы выделяюсь из толпы, я себя подчеркиваю свою индивидуальность, свои какие-то черты индивидуальные. Я себя так комфортно чувствую, что на меня даже обращают внимание. Фирма «Ло» – единственная в России, кто каждому сезону выпускает красочные и стильные каталоги новой коллекции. И одна из очень немногих, кто может гарантировать качество и большой ассортимент женской и молодежной одежды. В городе нету похожего ничего. 3 фирменных магазина марки «Ло» находятся в Москве, 3 в Санкт-Петербурге и 7 в крупных городах России. 2 костюма фирмы «Ло» находятся в гардеробе Хиллари Клинтон. Теперь и вы сможете попробовать и полюбить «Ло». Большая Садовая, 91, это вот прям центр Ростова, центр города, и всех гостей, и ростовчан мы ждем у нас в гостях. На Большой Садовой, 91 всегда с радостью ждут прихода своих любимых покупателей. Модный дом «Лита» – индивидуальный пошив мужской и женской одежды. Добро пожаловать в модный дом «Лита». Такой космос один во всей вселенной. Космос Ольги Берберян. Мастер международного класса. Призер чемпионатов Европы и мира. Член Международной ассоциации элитных парикмахеров мира «Интеркуафюр». Скоро начнет работу школа Ольги Берберян, обучающая самым модным мировым технологиям. Салоны «Космос». Город Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 81. Телефон 441-017. Торговый центр «21 век», второй этаж. Телефон 955-898. До свидания. Это была программа «Модная линия», из которой вы можете узнать о некоторых новых тенденциях в области моды.